типа, всем привет, они, друзья, твои Диана. Родители вместе создавали имя. Твой папа сказал «дай», она сказала дизайн. «Анна». Okay. И вот они вместе сложили это слово. Я все равно тебя не поняла, что ты сказал. Ну и хорошо, тебе. А, что мне все друзья не показывают? Кто Лишерку добавил? Я. Какой еще Лишер? Да, не надо Лишера. А, Алишерка, Рома. Кто там еще у вас есть? А, Эрня. У нас Эрнест есть. Вот, я же говорил, вы его помните. А блин, ненавижу Эрнеста. Да. Если вы Эрнеста добавили, удалите. У меня убить, я помню это. Цыц. Помню. Ты меня не помнишь. Меня просто сказали тебе добавить друзья, а я добавил. Ты был другом Эрнеста, я помню. Фу, ненавижу Эрнеста. А это что за Максик? Ё-моё. Это твое будущее. Так, Олеся, знаешь, что я снимаю? Вика еще нет. Но Вики не будет говорить. Море позитива, море эмоций. Олеся, не говори про то, море, что я делаю. Море, Вики, море, море чего? Море слез. Олеся, горе. Цыц, тихо. Олеся, пожалуйста, никому не говори, что я делаю. Окей, я знаю, что ты делаешь. А я знаю, что ты делаешь. На. Вики тоже не говори, Вики тоже не говори. А что ты делаешь? Она разболтается. Она, наверное, сразу поняла, наверное, уже. Да. Окей, у меня залагало. Ну, ё-моё, сколько можно? Кого ты только не добавила уже? Супер. Удалите всех теперь. Ну, мы тут начали какой-то разборчик. Так, я не успеваю. Даша? Окей. Тут кто-нибудь есть? Да нету. Серьезно, у меня Вика и кролик есть. Короче, все, меня достало это. Не смей. Посмею. Окей, я звоню. Хотя не получится. Лен, добавляй всех своих друзей. Заранее, да, Олеся. Лен, добавляй всех своих друзей. Добавляй всех своих друзей. Окей, это будет очень много. Это обязательно. Да. Мы сюда добавляем. Добавить участников. А если я всех своих добавлю, блин, то тут будет просто мусор. Ну, ладно, давай мусора. Давай, я люблю мусор. Ты знаешь, сколько у меня друзей? Сколько? 148. О, без вас это 146. Я добавила. Это моя ошибка. Давай, добавляй всех. Оу, щит. Ух, ё. Я не хочу тут делать поле битвы. У меня какой-то китаец есть. Друзья. Смирись, ты дружишь с китайцем. Просто смирись. Это тот, который в разговоре был. Окей. Сразу добавляю его. Его. Кто такая смесь вакансий? Кто я знаю? Вакцинации. О, мне оказывается, Даша уже давно ударила. Я даже не знала. А, кстати, это... Чем вы вообще меня добавите сюда? Мы тебя хотели на костре пожарить. Давай, пожарь. Ты испугаешься. Окей, я решила поводу сейчас. Я решила лучше не буду добавлять. Гарри. Я сейчас своего друга БХ позову, и он вас всех порешает. Давай. Давай я лучше. Я просто печенька добавлю. Вы знаете печеньку? Что? Вы знаете печеньку? Да. Да. Та еще гадина. Какой еще та еще гадина? Это мальчик. О, боже мой. А у меня есть я просто печенька. А. Не, ну, я его по-любому сейчас добавлю все равно. Значит, другая печенька. Просто есть такая печенька, которая гадина. Что за верх? У меня есть какой-то верх. Он, похоже, был
мы с ним позже разговаривали, да? Блин, я никого не слушаю опять. Он меня без конца лагает. Ой! Окей. Я его обязательно добавлю сейчас. А, его не было. Ваша кошка в какой-то. Сергей Виталий. Вот будет сейчас что-то. Ой. Знаете что, Олеся. Я просто печенька переименовался в мама. А, я знаю. Окей, давай этот разговор. Я их. Ответь. Все, у меня залагало. У меня отлагало. Все, у меня отлагало тоже. Окей. Обновляйте всех. А? Я не вижу. У меня уже скайп не вмещается. У меня тоже. О, все. По-любому сейчас Сергей Витальевич отзовет и начнет как материться. Ярик, ответь, Мирис, я люблю свой канал, я люблю твои видео. Ну, по-любому он не ответит. Смотрите, что он делает, когда я его пытаюсь добавить. Он сразу выходит. Это же мой друг, у меня тоже он есть в друзьях. Это же я его добавила. Shadow Fed. А, тот что ли, дурак? Яй! Тот, который без конца орал, Вика, я тебя люблю. Ё-моё. Я тебя ненавижу, Вика. Главное, чтобы Сергей Витальевич не ответил. Ему 15 лет, он бьёт её материцу. Даяна. Я тебя ненавижу, Вика. Точно, я копия Эрнеста, такой же голос. Кто? Прям похож. Я? Кролика. Серьезно? Я Эрнеста вообще даже не помню. Я ни капли Эрнеста не помню, я вам говорю. Я помню его. Добавьте его и все, что вы паритесь, и вспомните. У меня в друзьях нет. Я Эрнеста помню на все 100%. А я вообще нет, я его 2 года назад удалила. Я помню, что он мне надоедал со своим. Спанком! Найн! Леонидом надоедал? Он такой найн. Он говорит, ням. Ну, пиши. Его видео отстой. Кролик, а ты дружишь сейчас с Эрнестом? Нет. Слава богу. Потому что... Знаете, почему? Мать, я забыла, у него же и правда есть видео. У него отстойное кстати, видео. Кстати, я снимала, кстати. Я тоже снимала. Так, я думаю, я буду уже заканчивать. Если здесь передал, можешь... Не знаю, потом... Так, если здесь передал, можете... Тихо! Так, если здесь передал, можете подписаться на канал, потому что с вами была Яна Чи. Да я Эльстрейнер. Подписывайтесь, пожалуйста. Ради. И кролик этот непонятный, который не знал, что мы снимаем. И Вика тоже не знала, только мы с Олесей знали. И всем... Я знала, что вы снимаете. Сразу поняла, а да? А я знаю то, что вы врете. Нет, я не вру. Все, я сейчас паузу. Всем пока.